Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня зашла в проект Lidex Кредит, где мне при регистрации дали бонус 3000 рублей. Есть платежная система, есть группа ВКонтакте, Телеграм и ссылочка на суппорт, как бы. Вот контакты. Русский, английский. Сюда нажать присоединиться, кто захочет. Вводим имя, номер телефона. Ну, там все поймете. Вход по телефону и паролю. Так что телефон нужно вводить. Я же зайду в кабинет и посмотрим, что. Вот, видите? Войти. Значит, у меня уже капнуло еще 100 рублей. Когда вы попадете в кабинет, у вас вот здесь на кредитный счет, вот этот вот, будет 3000 рублей. Ваш баланс у вас будет 10 рублей. Вы нажимаете вот сюда «Перевести на баланс». Кликаем. И вот сумма, вот 20 копеек со 100 рублей, сумма получения. Нажимаем «Перевести». 16 рублей 20 копеек. Вот мне 6 рублей с 3000, 6 рублей капнуло. Значит, здесь наша партнерская ссылочка находится. С этого баланса будет идти начисление несколько раз в день. Значит, тут можно брать займы, но я в это не полезу. Если кто хочет, разбирайтесь. Вот здесь кликаете, читаете информацию. Что непонятно, пожалуйста, консультант. Есть группа ВКонтакте, пишите и уже как бы сами и разбирайтесь. Я же вот в эти займы не лезу. Мне дали кредит, я перевела на баланс. С этого баланса мне будет капать денежка. Буду заходить, нажимать «Перевести на баланс». Вот. И как бы накапливается. Далее что? Опускаемся вниз. Вот у меня, смотрите, стартовый бонус. 10 рублей мне дали. Я перевела потом 3000 рублей. Вот мне плюс 6 рублей. Потом я сейчас вот при вас 100 рублей еще перевела. Это 20 копеек. А начисление средств на кредит за подписку ВКонтакте. Это я вступила в группу, мне друзья дали 100 рублей. Понятно. Значит, вот здесь кликаем ВКонтакт. Присоединяемся к группе. Вам начисляют 100 рублей. Значит, теперь переходим в вопросы-ответы. Так, как начисляется прибыль? Прибыль начисляется ежедневно от 2 до 4 раз в день. Единоразово начисление 1%. Определяется от суммы вашего баланса на текущий момент. Иными словами, доход в сутки составляет 2-4%. О каждом начислении вам будет приходить уведомление ВКонтакте и Телеграм. Так, после регистрации баланс 10 рублей. Для чего данные средства? Читаем. Наша компания руководствуется понятием «нельзя дарить пустой кошелек». Средства на балансе после регистрации – это подарок от нашей компании. Вы можете использовать его на свое усмотрение, а также в обязательном порядке несколько раз в день вы будете получать на данный баланс прибыль. Вот на этот баланс мы будем получать прибыль. Так, для чего нужен кредитный счет? Это мне не надо. Далее здесь, что у нас? Минимальная и максимальная инвестиционная сумма 50 рублей и 10 миллионов. Минимальная максимальная сумма вывода 100 рублей. Также 10 миллионов. Ну и регламент вывода до 24 часов. Ну, как обычно, все это происходит быстрее. 1-2 часа в рабочее время. Ну, далее тут уже все почитайте. Так, здесь у нас вкладочка «Вывести».
Здесь много как бы платежек: Киви, Яндекс, Перфект, Пэйр, Виза, Теле 2. Также за каждого приглашенного нам дают 3000 рублей. И по 100 рублей. Тут прочитайте уже информацию. Минимальная сумма для вывода, как я уже говорила вам, 100 рублей. Пополнить. Я закину 50 рублей, чтобы мне шел как бы доход. Так, пополнить. Вот, минимальная сумма. Я зайду на минималочку и посмотрим, что там пойдет. Продолжить. Так, перейти к оплате. Сейчас я пополню и продолжу. Я зашла на минималочку, готова, и мой баланс стал 66 рублей 20 копеек. Идем в кабинет. И вот мне теперь будет капать денежка. Так. Как наберется 100 рублей, буду выводить, проверять на вывод. Моя спонсор, под которую я заходила, вывела сегодня с этого проекта 400 рублей. Вот. Также здесь, смотрите, оповещение ВКонтакте, бонус 100 рублей. Оповещение Telegram, бонус 100 рублей. Значит, я нажимаю оповещение ВКонтакте, меня перебрасывает на страничку. Приложение Lidex Credit запрашивает доступ к моему аккаунту. Я нажимаю «Разрешить». Так. Ну что, окно, так. Разрешите пока всплывать еще окно в правом верхнем углу. Так, кабинет. Ну, не знаю, пока нет ничего. Может, надо перезагрузить или что? Если у вас не появилось всплывающее окно, разрешите пока всплывающий окон в правом верхнем углу окна. Ну, не знаю, пока у меня нет ничего. Может, позже появится. Значит, и оповещение Telegram. Бонус 100 рублей. Но мне, чтобы в Telegram, надо включать Бравсек. Так мне не попасть в Telegram. Вот. Ну что, друзья. Вот пополнение баланса. Перевод 20 копеек. Начисление средств на кредит за подписку ВКонтакте. 100 рублей. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.